Друзья, всем доброе утро. Этот релакс для вас. Смотрите, наслаждайтесь природой, слушайте пение птиц. А я пошла купаться на речку. Километров 5. Ну, это примерно где-то самое узкое место будет. Никогда там не были. Вот сегодня как-то получилось, карты сложились. Походу будем тащить спиннинг, останавливать, забрасывать удочку. Где-то перекусим. Как-то вот так. Все. В общей сложности у нас ушло 1 час 50 минут. Долго наслаждались природой, красиво кругом, передать. Останавливались, бросали здесь удочку, ничего не клевало. Вот кто-то завез шпалы так далеко, в такую глушь, не знаю зачем. Когда поплыли обратно, увидели дорогу. Поднималась в гору, мы решили посмотреть, что там такое. Да, может быть, изба построена, может, рыбаки жируют. Ну, сейчас увидим. Дорога? Интересно, в глухом лесу дорога. И что могли они тут? Тут вот как карьер. Типа карьера, что ли, да? Да. Точно, и дорога такая широкая была. Ну, дальше уже заросшая. Вам не видно, наверное, это детский рисунок, и написано: не загрязняйте природу. Выцвел уже давно, это повесили. Возвращаемся домой. Вот так закончилось наше маленькое путешествие, которое продолжалось около 3 часов. Всем пока.